Конец июня. Собираю клубнику. Что интересно, ну, ее еще мало. Много зеленой, много подмерзло цветочками. И клубника отрывается. Вот руку подносишь, она падает в руку. У нее сил держать нету. Дождей нету. Крутит, вертит. Где-то около. Ходит, к нам никак не дойдет. В Ржеве дождь проливной. У нас нет. А что в городе асфальт-то поливать? К нам? Вот, пожалуйста. Я не помню такого, чтобы клубника отваливалась. Опадала, как яблочки. Лишнее сбрасывает. Собираю, думаю, всю ли я клубнику соберу? Или мне помогут? Тут такая история приключилась. В общем, меня развели, ну, позорно так развели на этой клубнике. Я сроду ничем не торгую. Вот груша опадает, вот и клубника также опадает. В общем, у меня дом расположен так, что когда я в саду, я ни крыльца, ни калитку не вижу. Но дверь у меня на терраске все время настежь. А дверь в дом была закрыта, потому что кошки лазят, а мне мясо разбаражилось. Я ушла в теплицу, у коробочка нужно было. Ну, холодно, даже дверь закроем пока. Ну, минут 15, наверное, как всегда, там идешь за одним. Тут что-то дернул, что-то подправил что-то. Возвращаюсь с этим укропчиком. Подхожу к двери. Дверь неожиданно открывается, и выходит незнакомая женщина из моего дома. Цыганского такого типажа. Средних лет, нет, даже моложе. Я от неожиданности спрашиваю. Ну, во-первых, испугалась, конечно. А что вы делаете у меня дома? Она говорит, вас ищу. Ко мне вот так запросто в дом из деревни могут зайти, ну, человек 5. Чтобы зайти домой, что-то на стол поставить, если что-то там принес угощение какое-то, и пойти меня в огород искать. Говорит, там на Вальку похоже. Ну, вроде помоложе, думаю. И платочек также завязан. Думаю, как-то так Валька за ночь изменилась. Она говорит, Света зовут меня. Я с Советской. А как это вас зовут, я не помню. Поэтому вас кричать не стала. И пришла к вам за рассадой клубники. Мне, говорит, нужно с цветочками, ремонтантную мне не нужно. И называет фамилию с этой Советской улицы, от кого она пришла. Цветочками не приживется. Давайте я вам так накопаю. Почему, говорю, вы пришли без ведерка, без пакетика? Она, да я так вроде как, ну, смутилась. Поведение странное было, конечно. И я не смогла как-то так все это в одну, сложить в одну картинку. Она мне говорит, это она по моему дому ходит и говорит, я вас в одно окно посмотрю, вас нету. В другое окно посмотрю, вас не видно. То есть по всем трем комнатам она обошла. Но она еще так с соседкой поздоровалась. Ой, здравствуйте, я подумала. Ленка ее знает, она всю Советскую знает. В общем, накопала ей 2 пакета этой рассады, ну, усов. Хотя вижу, как-то она ей не интересуется. Хотя, говорят, мне 50 штук надо, я хочу 3 грядки посадить. Потом отправила ее. Да много странностей было. Спрашиваю Ленки, это кто у меня был? Ленка говорит, знать не знаю, такой у нас деревни нету. Иди паспорт проверь. Пошла, проверила. Паспорт на месте. И там у меня были деньги для кадастрового инженера. Ленка говорит, вызывай милицию. Говорю, а что я должна вызывать, если я ее уже отправила? А, он мне еще спросил, я вам что-нибудь должна? Я говорю, да нет. Она говорит, ну, спасибо, и пошла. Звоню на Советскую, так и так, приходили, кто у вас такая Света живет. Говорит, у нас такой нету. Ну, вот женщина одна ходила и тоже спрашивала рассаду клубники, но ее все отправили. Говорит, осенью приходи. Вот она ко мне пришла, ну, потому что у меня дом расположен. Ну, в общем, я с участка не вижу, кто ко мне в дом заходит. В общем, что у меня деньги пропали. Я только вечером обнаружила.
надо было к кадастровому инженеру паспорт, снюс приготовить, а у меня все вместе лежало. В общем, пока я за угробчиком ходила, меня так обнесли, можно сказать. Еще раз саду клубники едва пакета накопала, а еще про сорта рассказываю. Сорта-то я, конечно, не помню, вот я загнула, ну, про вкусовые качества. Чувствую, как-то ей это не очень интересно. Ну, в общем, она ушла. Наверное, эти два пакета она где-нибудь за углом выбросит. Потому что не нужна ей это была клубника, эта рассада. А через 2 недели, возвращаясь уже утром, уже с кинзой домой, ну, дверь стала закрывать, калитку. У нас же как в деревне. Если дверь закрыта и ключ торчит, это значит, я в огороде, ищи в огороде, или ушла в магазин, ждите. А если ключ, дверь закрыта, а ключа нет, значит, на весь день в город уехала. Никто никогда на ключ дверь, если в огороде, не закрывает. Ну, это каждый раз забегать с ключом, открывать. Так на палочку закроют, чтобы ветер дверь не открывал. Ну и чтобы коты чужие не бегали. В общем-то, я за этим сюда и приехала. Вот иду я уже с кинзой. За калиткой тот шебуршится. Открывает верхнюю, а закрыто на нижнюю достать не может. А до этого, я когда спрашивала в советской, они говорят, у нас тоже ходила какая-то женщина, но светленькая. Я говорю, у меня черненькая, еще поспорили. И за калиткой, открываю, за калиткой стоит женщина уже светленькая. Говорит, я к вам за рассадой клубники пришла. Я бы, опаньки, одна уже была. Теперь вторая подоспела. Я говорю, а подружка ваша с вами что, не поделилась? Она сделала вид, что ничего не понимает. Я ей говорю, да вот тут ходят всякие, потом деньги пропадают. Она, ой, надо же, разве такое бывает? Вот мне бабушка по телефону позвонила, сказала, внученька, сходи по деревне, тебе рассаду дадут. Я говорю, спрашивают у соседей, кто вас знает. Да меня все как колобка посылают. Так за собой калиточку закрывает, закрывает. Я говорю, а чего вы за собой калитку-то закрываете? Я вас пускать не собираюсь, в дом вас не приглашаю. Она все, а как выглядела эта женщина? А как выглядела? Я говорю, да черненькая такая. Она, а поподробнее не опишите? Я говорю, ну, в милиции ее портрет. Нет, ну один раз прийти. Ну, чтобы следом еще и вторая, главное, все за рассадой клубники. Можно подумать, у меня тут плантация этой клубники. Ну вот теперь закрываю калитку на средний замок. И так, кстати, дела пошли, потому что мало кто заходит. И столько дел успеваешь сделать. Мне что обидно-то, что меня так развели, ну так, по-глупому. Я на эту рассаду повелась. Ой, даже уже малостью этой цветочки опадать. Ну, не знаешь, какой угол шланг тащить. Вода, слава богу, шланги есть, а дождей нету. Это кто у нас там такой? Улиточка. Я думала, вас нету, дождей нет. Ой, обещаю дожди. Ой, столько слизней сейчас вылезет, они где-то сидят. В прошлом году тоже так было. Не было, не было. После дождя их прям полчища было. Ну вот. Кушают, кто не знаю. Эта первая дама говорит, ой, у вас только клубники собирать-то. Я так поняла, она уже собирать собиралась приходить. Помочь, так сказать, со сбором. Так и хочется сказать, граждане, будьте бдительны. Ходят тут всякие за рассады клубники, а потом деньги пропадают. Ну, я-то думала, я готова ко всяким мошенникам. Развели запросто. Так, пионы съел, бронзовка вонючая. На картошке тебя видели, теперь ты еще и ромашки ешь. Но я не знаю, как с ними бороться. Они хуже колорадского. Так как колорадский, ну, допустим, картошку обработал. Вот, пожалуйста, колорадского жука не было на картошке. Так теперь это создание.
А я не представляю, как весь сад можно обработать. Пионы, ромашки, гладиолусы, ирисы. В общем, все подряд. Еще и картошку. Но вообще, конечно, неприятно, когда у тебя чужой человек по дому ходит. Еще и деньги тырит. Теперь буду каждый день собирать, чтобы врагу не досталось.